В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей школы. За эти годы школа прославилась выпускниками, известными не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Это главный выпускник нашей школы, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров и его команда. Композиция на слова Зари Салмановны в подарок юбилею школы. Я поздравил школьников с началом учебного года и пожелал им успехов. На сегодняшний день мы достигли больших результатов в развитии республики. Важно не только сохранить эти достижения, но и приумножить их. Для этой задачи нужны квалифицированные специалисты, формирование которых начинается именно в школе. Уверен, учащихся общеобразовательных учреждений ЧР впереди ждет достойное будущее. Без всякого сомнения, у всех школьников сейчас начинается насыщенное, яркое и прекрасное время. Они проведут его под чутким руководством любимых учителей, одноклассников и друзей, осваивая интересную школьную программу. Я очень рад, что мы смогли создать для них все необходимые условия. В нашем регионе сегодня функционирует 531 школ. Строится еще 11 учебных учреждений. Всего за парты сели 309 тысяч учеников, из них в первый класс пошли более 28 тысяч детей. Только в школе номер 1 села Ахмат-Юрт в этом учебном году будет заниматься свыше 2000 учеников. Хвала Аллаху, что их количество в республике ежегодно растет. В завершении торжества я принял решение удостоить почетным званием народный писатель Чеченской Республики, директора средней школы номер 1 села Ахмат-Юрт Зарат Садулаеву, и почетным званием заслуженный артист ЧР, талантливую исполнительницу Марху Ирасханову. Я благодарю учителей, педагогов и преподавателей за их благородный труд. Поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю благополучия, счастья, больших успехов и удачи.